внимание. Шатлыклы жырлар білен, матур болсын, балқып тұрсын, яқты елгізлар білен. Нинди матур біздің шыршы, жым-жым келіп янауын, башлы біз шыршы бәйрені, құтлы болсын яңа ел. Дедушка послушает.
скажет, давайте зажгем елочку, скажем вместе. Ну-ка, елка, раз, два, три, обогнали, загорелись. Ой, загорелась елочка. А мы, ребятки, сядем на стульчики и посмотрим, полюбуемся на нашей елочкой. Не печалься, Зайка, мы что-нибудь придумаем, выгоним лису. Ты ее не выгонишь, она злющая-призлющая, кричит, стучит, ногами топает. Я к ней близко подойти боюсь. Ой-ой-ой, что же делать? Дед Мороз, надо собачку позвать, она грозно залает и лиса убежит. Собачка, где ты? Хватит спать, иди скорее нам помогать. Послушайте, как я.
Thank you.
мою игру поиграйте. Называется «Кто тише?». Я вокруг елочки обойду, а вы тихо-тихо сядете на стульчике, чтобы я не услышала. Умеете так? Да. Давайте попробуем. Я глазки закрою и пойду. Давайте снежки поиграем.